какая-то ничем не понимает. Ебучая погода, ебучая страна, ебучая говно, блядь. Алло. Да. Нахуй мы сюда полезем, нахуй страна ублюдочная нужна, блядь. Просто ублюдочная. В карманах земля, блядь, в трусах земля, блядь. Весь в грязи, блядь. Почему ебаная, блядь? От консервов уже дошли, нахуй, блядь. Ну я надеюсь, нахуй раньше. Закончился. Все, они что-то владели наши спины, да, наши фамилии зачем собирали. Мы шли, когда сюда вот выступать, я сейчас стою. Здесь же рация есть, и вот по рации пацаны говорили, что собирались писки. И говорит, походу только ракетчиков. И у меня прям такая надежда, думаю, может, теперь нас нахуй соберут и вывезут отсюда на. А может, просто подбивают списки, кто где находится, кто его знает. Потому что вот у меня командование, наша конченая, наша дивизия, блин, и ублюдская находится. И блядь, где я есть. И даже не интересуется, им вообще похуй, блядь. Ты, если что, запоминай. Рядом со мной, вот прям рядом, вот мы почти в ней находимся, деревня Шипилова. Шипилова? Да, как-то так она там по-хохлядски, блядь, написано, но вроде Шипилова. Чё? Они за микрофон шипят. Ты слушай, ты похуй. Я думаю, что они стреляют в этом доме. Ну, блядь, больше не буду ничего говорить. Просто запомни, если что, меня искать надо. Командованию моему передай, нахуй, пусть хоть знает, где ей есть, нахуй. Прям ебаный, нахуй. Все до одного, нахуй. У вас что, какие вообще новости, Стёп, СНГ? Охерочили. Что? Из-за детей, да? Ну, слава богу. Какая из-за детей? Они не так строят детей. Охерочили, не забирают.